гармония пустого шара заполнит промежутки мертвой водой. Через заснеженные комнаты дым протянет палец и покажет нам на двери отсюда домой. От этих каменных систем в распухших головах теоретических пророков, напечатанных богов, от всей сверкающей, звенящей, пылающей хуйни домой. Освобождение домой. От голода и ветра, от холодного ума, от электрического смеха.